Рад приветствовать вас на канале Монах ТВ. У нас мороз отменяется. Был сильный дождь вчера в ночь. И поэтому сегодня мы отправились за грибами в лес. Хотим пособирать опят в том же месте, в том же лесу. Так что погнали. Я себе вот уже нашел палку-искалку хорошую. Надеюсь, она мне поможет в поиске опят. Вот два масленка стоят, хорошеньких, но не они наша цель сегодня, так что двигаем дальше. Здесь вот смешанный лес, березы, и здесь вот хвойный, и как раз попадаются иногда маслята. А вот и первые опята на нашем пути. Начало есть, и это радует. Чего резать не будешь? Режь. Очень много попадается вот такой вот рядовки. Ну, я так думаю, что это рядовка. Вот такая. Но на запах не очень вкусная. Да и вообще я ее не знаю, поэтому не беру. Хочу опят. Мы идем в наш овраг, и по пути попадаются вот по одному. Это вообще уже старый, вымокший весь. Одиночные, в общем, попадаются. Пачек нет. Вот один. Но это еще можно забрать. Это тоже мыши все поелись, кто-то слизняки. Попалась поляночка такая. И здесь, ну, нормально так, опяток уже потерял, на листве не видно. Вот они, это какой-то уже сломанный, но все равно заберем. Тот наступил на него, наверное. Вот, маленький, хорошенький. Уже неплохо. Так, давайте в общую кучу. Где-то я еще вот здесь видел. А, вот они, два стоят. Отлично. Ну и, как обычно, обследуем этот пятачок повнимательнее. О, еще. Эти вообще хорошие. Прилично мы уже прошли. Не было. Вот еще парочка. Вообще лопух. Крупный нажарех. Все, достаю мешок и складываю в него. А то так на листве потом не найдешь, куда складываешь. Вот здесь вот срезанные. И такие вот уже подростки. Ох, блин. Здесь крупняк. Где ты здесь еще видел? А, вот. Этот вообще отличный.
О, какой красивый. Все, у меня братан куда-то убежал. Даже не слышал, в какую сторону. Ладно, найдемся. Вот кто-то срезал. Да это он, наверное, срывал. Потому что свежий, срезанный. А может и не он. А вот рядышком. Такие вот грибочки. Да, вот срезанный, прям свежий. И вот еще пропущенный. Поэтому не стоит торопиться. Потихонечку, не спеша. Все исследуем. Такие вот пучки. Это тоже опята, но уже старые. Их не собрать. Ну, в смысле, собрать-то, конечно, можно. Кто их есть будет? Так, вы что? Ну, тоже трухлявые такие. Да, если вот их собрать бы в свое время, неплохо бы получилось. Но мы свои и так найдем. Он зачетный какой. Здесь есть еще. Перешли мы опять на ту сторону леса, где в прошлый раз собирали. И вот здесь немножко попадаются опятки. Это уже я вот срезал. Тепла надо. Будет немножко тепло. Хотя бы дня 2-3. Пойдут они. Теперь влаги-то предостаточно. Дожди прошли. Вот такая вот красота. Ну и сейчас, конечно, дождь прибил листву. Поэтому не возле деревьев, а вот здесь на листве лучше их видно. Да, хорошенько дождичек промочил их. Вот какой цвет темный стал. О, тут зачетно. Я думал, здесь один крупный. Нет. Тут и мелкие есть. Да, вот таких вот бы собрать. Банок на 5 полулитровых. Но нет их. Такие вот лопушищи. Ну, это, конечно, еще не совсем лопух, но все равно и полопанный. Влаги не было, дождей не было. Только вот прошли. Будем надеяться, что они еще будут. Так, ну и здесь вокруг березы этой. Вот еще один. Здесь кто? Нет, никто.
Уже начали вкрадываться сомнения, что наберу на маринование грибы. Хотя бы на жареху набрать. Но на жареху-то я, в принципе, набрал. Сейчас вот дорогу перешел сюда, ближе к вырубке, там поляна такая. И здесь похожу по краю, посмотрю. Как обычно, ветрище сильный. Капец, хорошо, хоть в лесу не так заметен он, ощутим. Ну вот, такие лопушки попадаются. Нет, хотя вот и мелкие есть. Ох, вот это вот вообще. Даже хотя бы не таких мелких, а вот таких. И то было бы хорошо. Вот она красота. Не зря сюда свернул. Такие малявки. Вот это вообще огонь. Вот вдоль дороги этой как раз иду. Бамс. Вот она, красота. А пяточки. Ну вот сколько их надо собрать? Хотя бы на одну банку полулитровую. Очень много. Вот они где. Красота. Сказка. Ну и крупняка, конечно, на жареху. Мелкота и вкуснота. Эти совсем маленькие. О, смотрите, какая вешенка. Вообще зачетная. И вот мелкая пошла наверх. Ну, до самого верха, конечно, идет, но ее там не достанешь. Отличная. Фух, поднимаемся наверх из оврага. Двигаемся в сторону машины. Нам далеко еще идти. Даже от леса далеко идти. Но нужно сначала выйти из леса. По пути будем собирать грибы, если будут попадаться. Вот это прикол. Это с ошейником откуда-то слился. Беглец какой-то. А вот и опята. Крупные вообще. Ну ладно, чё ж. Все равно на засолку, на мариновку я не набрал. Придется жарить. А на жареху любые пойдут. Вот такая красота. Здесь посмотрим. Вот еще. Вот это красота. Таких вот. Да, вот еще один. Такой же тоже.
толстоногий. Вот они. Зачетные. В общем, теперь мы с собаками в компании двигаемся. Ну да. На листьях вот, на дубовых. Ты что, есть будешь? Да нет ничего, кроме грибов. Грибы ты не будешь. Вот такая вот получилась у нас сегодня тихая охота. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Там частенько бывают анонсы, фотографии с выездов на природу, с дегидратором, автоклавом, ножами Российской империи, СССР и так далее и тому подобное. Всем счастливо, пока. Блин, ветрище, конечно, вообще жесткий. Такой вот наш сегодняшний итог. Конечно, не густо, но и не пусто. На жареху хватит, и то хорошо. В рюкзаке у меня вот сухари всегда, типа сухпай. Не знаю, будете вы, нет. Ну, типа сухпайка у меня с собой всегда. Ба, ты чё, не хочешь есть? Явно домашний, с ошейником. А это ест, молодец. А? Я тому кинул, но он не стал. На, вот еще. Все, нате, съешьте. Ну, наверное, ей дает поесть, а потом, может, сам будет. Не знаю. Ну все, давайте, пока.